И всем привет! С вами я, Кирилл, и сегодня я вам хочу показать 5 самых крутых ловушек от уровня нуба до уровня про. Итак, заходим. Итак, начинаем с первой ловушки. Первая ловушка называется... Никак не называется. Видите, тут одни мины. Ну, друг поймет, что тут мины. Ну, а вы покажите, что тут не все заминировано. Вот так, походите и скажите, что там, например, алмаз. Ну, он пойдет и, конечно же, упадет, потому что тут будет гравий. Вот так. Так, давайте сейчас исправим. Лошадь, иди давай. И вот он с лошадью, он упадет. Ну, за мир, и будет у него мучительная смерть. Так, следующая ловушка. Следующую ловушку очень-очень тяжело заметить. Давайте возьмем крипера. Я вам на крипере покажу. И вагонеточку. Вагонетка. Вот ты, вагонетка. Так. Куда крипера? Крипер? А, блин, я забыл. Крипер. Ну, давай крипер. Вагонеточку, давай. Давай вагонеточку. Давай еще раз. Короче, покажу я вам на пустой вагонетке. И тут... Ну, короче, вы сюда можете налить лаву или же сделать нижний мир и туда отправить своего друга. Вот, видите? Ловушка очень проста. Приезжает сюда, открывается, и он падает. Вот так. И там сгорает. А там... типа шаг. Так, следующая ловушка поведется на нее только нуб. Он увидит алмазный блок, скажет: ура, алмазы! И, ну, по идее, надо их его сломать. Будет ломать, и тут бам, и мучительная смерть в гравии. Блин, я даже в креативе. Итак, следующая ловушка и нубу про может повестись. Видите, обычное дерево. Ну, кто-то пойдет покупать дерево. Вам дерево. И тут бам, на него наковальня упадет. Потому что наверху надо поставить наковальню. А эту ловушку надо делать только для нуб. Скажите, что вы ему построили такой красный домик красивый. Вот тут у меня вот этот. Ну, вы ему построили, он зашел. Вы теперь подбегаете к этому дому на shift. Ну, вы же не знают, что TNT взрывается там, где Redstone блок. И он умрет. И вы можете забрать его вещи. Вот. Это 5 самых таких нормальных ловушек. И очень быстро по изготовлению. Ну, а все. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал. Если поставишь лайк, мне будет очень-очень приятно. Давай наберем 5 лайков и сразу новое видео. Ну, а всем удачи, всем пока.